конфета. Попугай Полли. Пеппа и ее семья приехали к бабушке с дедушкой. Вас ждет сюрприз. Какой? Новое животное. Угадайте, какое? Динозавр. Проходите. Пеппа, Джордж, это наш попугай. Ее зовут Полли. Полли птичка. Умный попугай. Мама, почему Полли повторяет все, что говорит бабушка? Привет, Полли. Какая чудесная птичка. Пеппа, Джордж, за стол. У нас шоколадный торт. Идем, бабушка. Пеппа и Джордж любят шоколадный торт, но им хочется поскорее пойти поиграть с Полли. Я все. Можно мы с Джорджем уйдем? Мы хотим поиграть с Полли. Ура! Ура! Привет. Я свинка Пеппа. Джордж, теперь ты. Пеппа и Джордж играют в попугайчиков. Я попугай Полли. Пеппа думает, что бы еще сказать попугаю Полли. Я шумный попугай Полли. Джордж, вы играете с Полли? Я умный попугай.